Привет! Ты снова на канале IT User Help. И в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как можно посмотреть фотографии и другие файлы на смартфоне с операционной системой Android, даже в том случае, если галерея и файл-менеджер просит ввести пароль для того, чтобы посмотреть фотографии, видео, картинки и другие файлы. В этом видео ты узнаешь, как обойти очень быстро и легко, не устанавливая дополнительного ПО на смартфон, как обойти эти ограничения ввода пароля. Все, что нужно, это иметь смартфон в руках с разблокированным экраном. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк и при желании написать комментарий. Ну а теперь, не теряя времени, давай приступим. Итак, имея смартфон с разблокированным экраном, но с закрытым доступом к галерее, файлам и так далее, мы можем посмотреть фотографии, видео и другие файлы. Для этого мы перейдем в браузер Google Chrome. Браузер Google Chrome стоит практически во всех Android смартфонах. И далее в адресной строке, куда мы пишем обычно адрес сайта, либо поисковой запрос, вводим английскими символами маленькими, вводи как я, файл, двоеточие, три слэша, слэши именно такие, не вот такие, а как у меня на экране. И далее вводи SD card. И нажимай поиск. Далее ты перейдешь в файловый менеджер, с помощью которого можешь перейти в любую папку. Можно расширить и увеличить страницу на весь экран. И далее, для того, чтобы посмотреть, к примеру, фотографии, нужно зайти в папку, чаще всего это папка DSIM. Здесь хранятся фотографии и видео. Перейдя в эту папку, ты сможешь увидеть список всех фотографий на телефоне. К примеру, вот у нас есть две фотографии. Открываем. И здесь ты сможешь посмотреть фотографии. Также можно и получить доступ и к другим файлам. В данном случае папка пуста, но если бы здесь были файлы, мы бы могли их увидеть и открыть. Все, после того, как мы попользовались этим средством, нужно просто закрыть вкладку. На этом все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Пока!